Please open your Bibles to Luke chapter 14. Пожалуйста, откройте Библии на Евангелие от Луки, 14 главе. Luke chapter 14. Итак, Евангелие от Луки, 14 глава. In 1994, в 1994 году, some ambitious plans were announced to build the tallest tower in the world here in Moscow. Были объявлены амбициозные планы построить самую высокую в мире башню здесь, в Москве. When the construction of the building finally began, но когда наконец-таки строительные работы над зданием начались, in 2007, в 2007 году, the plans have been scaled back to just one of the tallest buildings in the world. Планы были уменьшены до того, чтобы построить просто одну из высоких самых башен в мире. But it was still a very impressive undertaking. Но все равно это было удивительное предприятие. You can see an artist's impression of this building behind me. Вы можете посмотреть, как художник представлял себе это здание. This building was called the Russia Tower. И это здание называлось «Башня Россия». It was supposed to stand 609.5 meters high. Она должна была 600 с лишним метров быть. It was supposed to have 118 floors. Должна была состоять из 118 этажей. 101 elevators. 100 с лишним лифтов. And 30,000 people were supposed to work in this building. И более 30 тысяч человек предполагалось, что будут работать в этом здании. Construction started in September 2007. И работы строительные начались в 2007 году. But just a year later. Но всего лишь год спустя. In November 2008. В ноябре 2008 года. Construction ended. Строительные работы завершились. Because the developer ran out of money. Потому что у разработчика закончились деньги. And a few months later, the project was scrapped altogether. И в конце несколько месяцев спустя этот проект был заброшен совсем. The land where this tower was supposed to stand was turned into a big parking lot. И то место, земля, на которой должна была стоять эта башня, решили превратить в парковую зону. I thought about this tower recently when I was driving by the Moskva City District. Я вспомнил об этом проекте этой башни, когда несколько дней тому назад меня везли мимо Moscow City. That's where this tower was supposed to be built. Это то место, как раз где собирались построить эту башню. I also thought about this tower when I was reading Luke 14 recently. И я также подумал об этой башне, когда я читал недавно Луки 14 главу. Jesus spoke about a tower in Luke chapter 14. Иисус тоже говорил о строительстве башни в 14 главе Луки. In verse 28. С 28 текста. Let's read that together. Вместе давайте прочитаем. For which of you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it? Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Lest after he has laid the foundation and is not able to finish, all who see it begin to mock him. Дабы когда положит основание и не сможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним. Saying, this man began to build and was not able to finish. Говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. I read this and I thought to myself, well, Jesus is making a very good point. И я прочитал это и подумал, слушай, Иисус имеет в виду очень хорошую мысль. But what's he trying to say? Но что же он все-таки старается сказать? So I read on. Итак, я продолжал читать. Verse 31. С 31 текста. Or what king, going to make war against another king, does not sit down first and consider whether he is able with 10,000 to meet him who comes against him with 20,000? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10,000 противостать идущему на него с 20,000? Or else, while the other is still a great way off, he sends a delegation and asks conditions of peace. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Wow, I thought to myself, another story. Я подумал, вау, еще одна история. This time about war. На этот раз о войне. It kind of reminds me a little bit of what's happening nowadays. И это в своем роде напомнило мне о том, что происходит в наши дни.
Counting troops is an important exercise before entering a battle. Пересчет своих войск — это достаточно серьезное занятие, прежде чем вступать в битву. But what was Jesus trying to say? Но что же все-таки старался Иисус сказать этим? So I read on. Я продолжал читать. Verse 33. С 33-го. So likewise, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Huh? Ну и что? What do unfinished towers and a war have to do with being a disciple? Какое отношение имеет незаконченное строительство башни или хождение на войну с тем, чтобы быть учеником Иисуса? I thought about this and began to pray. Я подумал об этом и начал молиться. I noticed that both stories involve counting. Я заметил, что обе эти истории подразумевали подсчет. And then I realized what Jesus was trying to say. И затем я осознал, что же хотел сказать Иисус. He wants us to count the cost of being a disciple. Он хочет, чтобы мы подсчитали цену быть учеником Иисуса. Today, as we start a new year, сегодня, в начале нового года, I want you to count the cost of following Jesus. Я хочу, чтобы вы подсчитали цену следования за Иисусом. I want you to count the cost of being a disciple. Я хочу, чтобы вы подсчитали цену быть учеником Иисуса. Why? Почему? Well, because Jesus tells us we should do that. Потому что Иисус сказал, что мы должны это сделать. The decision to follow Jesus should not be made lightly. Решение следовать за Иисусом не может быть сделано в легкую. Jesus wants us to make this decision with our eyes wide open. Иисус хочет, чтобы мы приняли это решение с широко открытыми глазами. He wants us to know what the decision entails. Он хочет, чтобы мы понимали, что влечет за собой принятие такого решения. I think all of us have counted the cost of being a disciple in some way. Я думаю, что многие из вас провели этот подсчет быть учеником Иисуса в своем роде каждый. But maybe not necessarily in the same way that God wants us to count this. Но может быть не совсем так, как Иисус хочет, чтобы мы это сделали. When I first gave my heart to Jesus, I counted the cost. Когда я впервые отдал свое сердце Иисусу, я также провел подсчет. What happened was I thought to myself that the cost of living without Jesus was a lot higher than the cost of living with Jesus. Я понял, что цена жизни без Иисуса намного больше, чем жизнь с Иисусом. But when I decided to follow him, I had no idea what the actual cost would be. Но на самом деле, когда я начал следовать за Иисусом, я и не представлял, какой же окажется цена. I didn't know, for example, that I would lose every single one of my friends. Я даже не представлял себе, что я потеряю каждого из своих друзей. I did not know about the struggles I would face as I tried to overcome many bad habits. И я не представлял себе, с какими битвами мне придется столкнуться, когда мне придется преодолевать свои вредные привычки. And if I had known this high cost, I might have been very discouraged from trying to follow Jesus in the first place. И если бы я заранее предвидел, какую цену мне придется заплатить, может быть, у меня не было бы такого настроя следовать за Иисусом. So Jesus does not expect a new believer to actually count the cost, I think. И Иисус, конечно же, не ожидает от человека, вновь пришедшего к нему, что он сразу же подсчитает цену. He invites us to come to him as we are. Он приглашает, чтобы мы пришли к нему в таком виде, в каком мы есть. He accepts us as we are. Он принимает нас такими, какие мы есть. But he loves us too much to keep us as we are. Но он любит нас слишком сильно для того, чтобы позволить нам остаться такими, какие мы есть. Amen. Аминь. So what Jesus is talking to is he's talking to people who already say they follow him. Итак, кому обращается Иисус? Он обращается к тому, кто говорит, что следует за ним. Those of you who say that you already are Christians are now being asked to count the cost of calling yourself a Christian. Итак, те из вас, кто себя уже называют христианами, сейчас Бог вас просит подсчитать, что такое значит быть христианином. So Jesus is talking to each one of you in this room today. И поэтому Иисус разговаривает с каждым из здесь сидящих в этой комнате сегодня. How do I know that? Откуда я знаю это? Let's look back at Luke chapter 14. Итак, давайте обратимся вновь в 14 главе Луки. Starting with verse 25. Посмотрим на 25 текст. Now great multitudes went with him, and he turned and said to them. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple.
Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. So here we have Jesus being followed by great multitudes. Итак, здесь мы видим Иисуса, за которым следует великое множество народа. You can say that these people with their very physical actions were following Jesus. И он обращается к людям, которые в самом физическом смысле этого слова следовали за ним. They were his followers. They were his followers. Они были его последователями. And Jesus suddenly turned around and addressed them. И Иисус обратился, повернулся к ним и обратился с этими словами. He said, "If you want to follow me, и он говорит, если вы хотите следовать за мной, you have to do two things. Вы должны сделать две вещи. You have to count the cost. Вы должны подсчитать цену. And how do you count the cost? И как вы подсчитываете цену? He said, "You have to hate your relatives." Он сказал, что вы должны возненавидеть родственников своих. You have to hate yourself. Вы должны себя возненавидеть. And you have to bear a cross. И вы должны понести крест. So these are the two ways to count the cost of being a disciple. Итак, вот они два способа, как подсчитать цену следования за Иисусом. We have to evaluate our priorities. Мы должны оценить свои приоритеты. And we have to adopt a spirit of sacrifice. И мы также должны воспринять дух самопожертвования. So how do we evaluate our priorities? Итак, как же мы можем оценить свои приоритеты? Jesus said in verse 26. В 26 тексте Иисус говорит: If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, his own life also, he cannot be a disciple. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, матери, и жены, и детей, и братьев и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Now I don't want you to leave church today saying that Andy told you to hate your relatives. Я не хочу, чтобы вы сегодня ушли из церкви со словами: Энди нам сказал возненавидеть родственников своих. Jesus is using a hyperbole with the word hate. Иисус гиперболизирует, используя слово ненависть. He is saying that we must not love him less than our parents and our relatives and our friends. Он этим самым хочет сказать, что мы не можем любить его меньше, чем любим своих родственников. Basically, Jesus is saying that we have to love him first before everyone else. В основном, что хочет сказать Иисус, это то, что мы его должны в первую очередь любить, чем кого-либо другого. So how do you measure how much you love Jesus compared to other things? Итак, как же вы можете измерить, насколько вы любите Иисуса в сравнении с другими вещами? An easy way to calculate this cost is to figure out what you would give up first. Итак, в первую очередь, прежде чем мы будем говорить о цене, мы подумаем о том, что мы должны отдать в первую очередь. Are you more ready to give up your job or Jesus? Что вы в первую очередь готовы бросить? Бросить свою работу либо Иисуса? It might mean refusing to work on Sabbath at risk of being fired. Может быть, это от вас потребует отказываться работать по субботам и рисковать потерять работу. It means you might give up your job because the values at the workplace don't match your Christian values. Это может подразумевать, что вы должны бросить свою работу, потому что те ценности, которые там вы наблюдаете, могут противоречить вашим христианским ценностям. For example, you might work in a store that sells alcohol and tobacco. Может быть, вы работаете в магазине, который продает алкоголь и сигареты. Or you work in a restaurant that serves alcohol or tobacco. Или, может быть, вы работаете в ресторане, который подает алкоголь и табак. Are you more ready to give up your university or Jesus? Готовы ли вы больше бросить свой университет либо Иисуса? This might mean refusing to study on Sabbath at risk of being expelled. Это может также подразумевать отказаться учиться по субботам, также рискуя быть исключенным. Are you more ready to give up your possessions or Jesus? Готовы ли вы больше отдать свою собственность или Иисуса? The mere minimum that Jesus asks from us is to give back 10% of our earnings. Но тот самый минимум, который требует Иисус, это отдавать 10% наших заработков. Are you ready to do that for him? Вы готовы это делать ради него? Are you more ready to give up your cherished sin or Jesus? Are you more ready to give up your cherished sin or Jesus? Готовы ли вы больше пожертвовать своим злилейным грехом или Иисусом? What is your cherished sin? Итак, каков же может быть ваш злилейный грех? Is it sex? Может быть, это секс? Is it lying? Может быть, это ложь? Is it stealing? Может быть, это воровство?
This means not engaging in any form of sexual activity outside of marriage. Это означает прекращение всяких сексуальных связей вне брака. This means telling the truth even when it hurts. Это означает говорить правду даже когда это неприятно и больно. This means never taking anything that doesn't belong to you. Это означает никогда не брать из того, что не принадлежит вам. Even if it's as simple as taking a pen from work. Может быть, даже это всего лишь навсего ручка на работе. Or maybe it's as simple as taking a few hours of God's time on the Sabbath for doing your own activities. Или, может быть, это взять несколько часов из субботнего дня для того, чтобы заниматься своими делами. Are you more ready to give up your home or Jesus? Готовы ли вы более отдать свой дом, чем Иисуса? This might be easier for some of us to do. Для некоторых из вас это может быть очень легко сделать. We are, after all, members of the Moscow International Church. Мы же в конце концов члены международной московской церкви. So many of us have given up our homes to come to Moscow. И многие из вас побросали свои дома для того, чтобы приехать в Москву. But are you in Moscow pursuing God or your own gains by giving up your home? Но вы в Москве здесь находясь больше преследуете цели обрести Бога либо собственный дом? Are you more ready to give up your mother, father, sister, brother, boyfriend, girlfriend, wife, or Jesus? Вы более готовы пожертвовать своими родителями, матерью, отцом, другом, сестрой, подругой ради или Иисуса? Are your relatives or friends leading you away from Jesus? Are your relatives or friends leading you away from Jesus? Ваши друзья либо родственники уводят ли вас прочь от Иисуса? Do you need to rethink with some relationships with people who are leading you into sin? Может быть, вам стоит пересмотреть свои взаимоотношения с некоторыми своими друзьями, которые уводят или вводят вас в грех. Are there people that you would prefer to spend time with over Jesus? Есть ли люди, с кем вы проводите больше времени, чем с Иисусом? That's quite a list of things to think about giving up, isn't it? Достаточно большой перечень, правильно, чтобы подумать о том, что мы должны бросить. But we have some good role models in the Bible to think about. Но у нас есть также хорошие положительные модели, примеры, которые оставлены в Библии. What did Abraham have to give up when God called him out of Ur? Что должен был бросить Авраам, когда Бог призвал его выйти из Ура Халдейского? He gave up a life of comfort. Он оставил жизнь наполненную комфортом. With his extended family. Свое очень обширное семейство. Sure, he left Ur with his father and his other relatives. Да, он оставил непосредственно Ур со своим отцом и родственниками. But when he finally arrived in Canaan, he was only with his nephew Lot. Но когда он прибыл в Ханаан, он был уже только со своим племянником Лотом. And even Lot deserted him to go to Sodom. И даже Лот пытался убедить его переехать жить в Содом. So Abraham gave up his family for God. Итак, Авраам пожертвовал своей семьей ради Бога. What about Moses? А что насчет Моисея? He was in line to become the next pharaoh of Egypt. Он был первый в очереди, чтобы стать фараоном египетским. He would have lived in a beautiful palace. Он бы жил в красивом дворце. Surrounded by riches and the best food. Окруженный самой богатой и лучшей пищей. He could have had his pick of the most beautiful women in Egypt. Он бы мог выбрать самую красивую женщину в Египте. But he gave that all up to lead God's complaining, grumbling people into the wilderness. Но он все это оставил ради того, чтобы вести вечно жалующийся, ноющий народ Божий в пустыню. And he didn't even live long enough to make it to Canaan. И он даже не захотел быть царем. What did Rahab give up? А что Раав оставила, блудница? She gave up her home and her entire lifestyle. Она оставила свой дом и всю свою жизнь. In exchange for that, she became a nomad with a people she didn't know. И вместо этого она избрала стать кочевником с народом, которого не знала. Now we all know something about these people that they didn't know themselves. We know something about these people that they didn't know when they were alive. Мы знаем нечто про этих людей с вами, про то, что даже они сами про себя не знали, пока были живые. We know that Abraham became the father of a great nation. Мы знаем с вами, что Авраам стал отцом великого народа. We know that Moses went to heaven early. Мы знаем с вами о том, что Моисей был забран на небо. And we know that Rahab became the mother of King David and even Jesus. И мы знаем с вами, что Раав блудница стала праматерью царя Давида и даже самого Иисуса.
Now Jesus asked Abraham, Moses, and Rahab to give up their entire lives for him. Итак, и Бог потребовал от Авраама, Моисея, от Раава оставить все ради него. And they didn't get any immediate earthly gain from that. И они вообще-то сразу же мгновенно ничего не приобрели взамен. But not everyone that gives up their life for God lives a life of poverty. Но не все те, кто отдали свою жизнь Иисусу, живут жизнью нищеты. David gave up being a shepherd to become a king. И Давид посвятил свою жизнь Иисусу, когда он был пастушком, но стал царем. Daniel's sacrifice led to him becoming the prime minister of two great superpowers. Даниил пожертвовал всем, что имел, но потом в дальнейшем стал премьер-министром двух супердержав того времени. Babylon and Medo-Persia. Он был премьер-министром Вавилонии и Медоперсидском царстве. Joseph's sacrifice led to him becoming the prime minister of Egypt. И самопожертвование Иосифа привело к тому, что он стал премьер-министром Египта. Yes, sacrifice is the second way of calculating the cost. Да, жертва — это и есть способ, каким образом мы подсчитываем жертву. Jesus said in Luke chapter 14. Иисус говорит в 14 главе Луки. Verse 27. 27 текст. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. What does it mean to bear a cross? Что это означает нести крест? It means having the same spirit of sacrifice that Jesus had. Это означает иметь тот же дух самопожертвования, который был у Иисуса. Many of us have recently remembered Christmas. Многие из вас недавно отпраздновали Рождество. It was Jesus' birth. Это было, конечно же, рождение Иисуса. Look what Jesus had to give up in heaven to come to earth. Давайте посмотрим на то, что должен был Иисус оставить на небе для того, чтобы прийти на землю. Jesus counted the cost. Иисус подсчитал цену. He gave up the power and glory of heaven. Он оставил власть и славу небес. He gave up being God. Он оставил возможность быть Богом. To come to this earth. Для того, чтобы прийти на эту землю. And he took a tremendous risk as well. И он также предпринял невероятный риск. He could have failed. Он мог пасть. And lost heaven forever. И потерять небеса навеки. And then once Jesus came to this earth, и когда Иисус пришел на эту землю, he gave up everything again. Он вновь отдал все. He gave up himself. Он отдал самого себя, submitting himself to death on the cross. Полностью до Голгофской смерти. So Jesus gave up everything twice. Итак, Иисус дважды отдал все. And this is bearing the cross. И вот что такое несение креста. If Jesus could give up the glories of heaven for this earth, если Иисус пожелал отдать всю славу небес ради того, чтобы прийти на землю, surely you and I can give up this bleak earth for heaven. Конечно же, нам стоит оставить вот эту ничтожную землю ради того, чтобы попасть на небо. Amen. Аминь. So what do you love more than Jesus? Итак, что же вы любите больше, чем Иисуса? Jesus knows. Иисус знает. I wonder what would have happened if the rich young ruler had given up the one thing separating him from Jesus. Мне интересно, что бы произошло, если бы тот богатый юноша смог бы отдать все для того, чтобы обрести Иисуса. You remember the story? Вы помните эту историю? The rich young ruler claimed to love God with all his heart. Этот богатый юноша притязал на то, что он любит Бога больше, чем что-либо. And he appeared to be blessed. He was rich. И казалось, что он находится в благословении, потому что он был богат. He said that he obeyed all the commandments from his youth. И он даже сказал, что он следовал всем заповедям от юности своей. But he felt something was missing. Но он чувствовал, что чего-то не хватает. So he asked Jesus, "What do I have to do to be saved?" И поэтому он обратился к Иисусу со словами: "Что мне сделать, чтобы быть спасенным?" Let's look at what Jesus said in reply to him. И давайте посмотрим, что Иисус сказал в ответ ему. In Matthew chapter 19. Это Матфея 19 глава. Matthew 19, verse 21. С 21 текста. And Jesus said to him, "If you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me." Иисус сказал ему: "Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи и следуй за мной."
Jesus knew that the one thing that this man loved more than him was his possessions. Иисус знал, что то, что этот молодой человек любил больше, чем его, это была его собственность. And the rich young ruler walked away from Jesus in sorrow. И мы знаем с вами, что молодой человек отошел с Иисуса, от Иисуса с печалью. I wonder if this rich young ruler would have been another Abraham or another Moses if he had sold his possessions and given them to the poor. Мне интересно, не оказался бы ли этот молодой юноша в новом Авраамом либо Моисеем, если бы он отдал все ради Иисуса? When Peter saw that the rich young ruler had refused to give up his possessions, когда Петр увидел, что молодой этот юноша отказался отдать всю свою собственность, he spoke on behalf of all the disciples, saying, "Jesus, look, we have given up everything to follow you." И он, говоря от имени всех других апостолов, сказал Иисусу: "Посмотри, мы же все отдали для того, чтобы последовать за тобой." And he asked Jesus, "What will we get in return?" И он спросил Иисуса: "А что же мы получим взамен?" Jesus gave Peter a promise that applies to each one of us. И он, Иисус дал ответ Петру, который применяется также и к нам. Let's look at that in Matthew chapter 19. Вновь находится это в Матфея 19 главе. Starting with verse 27. Начиная с 27 текста. Then Peter answered and said to him, "See, we have left all and followed you. Therefore, what shall we have?" Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот, мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам?» So Jesus said to them, "Assuredly I say to you, that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of his glory, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel." Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мной, в то время, когда Сын Человеческий на престоле славы Своей сядет, сядете вы на 12 престолах, судить 12 колен Израилевых. And everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive a hundredfold and inherit eternal life. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Did you catch all those promises? Вы уловили все эти обетования его? I counted here at least four promises. Я здесь насчитал по крайней мере четыре обещания. Actually, I make that five. Даже пять. Jesus says that there will be a regeneration. Он говорит о том, что будет восстановление. It means we're going to have new bodies and a new earth. Он это и тем сам хочет сказать, что у нас будут новые тела и новая земля. He says that we're going to be sitting on thrones. Он говорит о том, что мы будем сидеть на престолах. It means we'll have some prestige. Это означает, что мы будем находиться в престиже. It says we're going to judge the 12 tribes of Israel. Он также говорит о том, что мы будем судить 12 колен Израилевых. Who are the 12 tribes? Кто это были эти 12 колен? We're talking here about people who profess to follow Jesus. Это мы говорим о тех людях, которые говорили, что следуют за Иисусом. During the thousand years in heaven, we're going to be looking at the book of life and judging whether Jesus made the right choice in deciding who to save and who was lost. И на протяжении тысячелетнего царства на небе мы будем с вами просматривать все книги о тех людях, которые сделали свой выбор следовать за Иисусом, и почему Бог кого-то взял, кого-то не взял на небо. And the fourth promise is everyone who leaves their relatives, their houses, and their lands will receive a hundredfold. И также следующее обещание, где написано, что всякий, кто оставит дома и братьев и сестер, получит во сто крат. Of course, that means we'll get a hundredfold in heaven. Конечно же, это означает, что мы стократно получим там, на небесах. But it also means that we'll have a hundredfold more joy in this life. Но это также означает, что мы будем стократно радостями здесь на земле. And the fifth promise here is eternal life. И, конечно же, пятое обещание – это жизнь вечная. And this, of course, is another good argument when you're thinking about people who believe that you go to heaven when you die. И, конечно же, это еще один аргумент против тех людей, которые говорят, что человек попадает на небо сразу же после того, как умирает. Why would we care about getting eternal life if we already have it? Зачем нам нужно заботиться о том, чтобы получить жизнь вечную, если у нас уже она есть? A glimpse of this promise about the hundredfold blessings for those who give up their friends and family.
Небольшой намек на то, как мы стократно получаем, если мы оставляем своих семьи. I saw in my life. Я увидел в своей собственной жизни. I mentioned a few minutes ago that when I came back to God, I lost all of my friends. Я вам упомянул в самом начале, что когда я пришел к Богу, я потерял всех своих друзей. It didn't happen all at once. Это же не произошло сразу. It took place over a few years. Это заняло время на протяжении нескольких лет. It happened because my friends wanted to do things that I no longer wanted to do. Это случилось из-за того, что мои друзья хотели делать такие вещи, которые я уже больше не хотел делать. My friends' interest for recreation was different from mine. Потому что интересы моих друзей на то, как нужно отдыхать и развлекаться, отличались от моего способа. They didn't want to read the Bible with me. Они не хотели читать Библию со мной. They didn't want to attend church with me. Они не хотели посещать церковь со мной. Shortly after I lost my last close friend. Итак, когда я потерял уже последнего из своих друзей. One of the members in the church here asked me whether I had any friends. И ко мне случайно подошел один из членов этой церкви и спросил, есть ли у меня друзья. I thought it was a very odd question. Я удивился, что это же был очень странный вопрос. But it was a question that had been on my mind. Но это же был тот же самый вопрос, который у меня в сознании крутился. And I had to think for a moment about it. И я подумал на секунду. And I said, you know, I don't have any friends. И я сказал, знаешь, вообще-то у меня нет друзей. And she looked at me with surprise and said, "That's so sad." И она посмотрела на меня с удивлением и сказала: "Слушай, ну это так печально." And for me, it was sad. И для меня это было печально. But you know something? Но знаете что? Those hundredfold blessings. Говоря о стократном благословении. I found now that I have more friends than I had even before I was a Christian. Но знаете, сейчас я вдруг обнаружил, что у меня друзей намного больше, чем даже когда я не был христианином. You're all my friends. Потому что вы все мои друзья. And you're better friends than I had before I was a Christian. И вы лучшие друзья, чем те, которые я имел, когда не был христианином. You're more genuine. Потому что вы более подлинные. You love Jesus. И вы любите Иисуса. And you love me and each other the same way Jesus loves us. И вы любите меня так же, как Иисус любит нас. But think about how much more wonderful things will be in heaven. Но подумайте о том, как много чудных вещей будет там на небе. In that regeneration that Jesus is talking about. И когда Иисус пересотворит нас, о чем он говорит. Have you ever thought about what will happen when all the righteous dead rise from their graves? Думали ли вы о том, что произойдет, когда все праведные люди будут воскрешены? Can you imagine witnessing thousands and thousands of people just breaking forth from the ground? Можете ли вы представить эти тысячи и тысячи людей, которые возникают из земли? People coming out of the water? Людей, которые выходят из воды. And all floating up into the sky to meet Jesus? И все поднимаются на небеса, чтобы встретиться с Иисусом. I was thinking about this last week. Я подумывал об этом на этой неделе. I was thinking about how our bodies will change in a twinkling of an eye. Я думал о том, как наши тела будут изменены во мгновение ока. I was thinking about this as I was sitting in the dentist chair. Я думал об этом, когда сидел в кресле зубного врача. The dentist was drilling on my teeth. Потому что в этот момент врач сверлил мой зуб. It hurt. И это было больно. And I thought to myself, how wonderful heaven will be where there's no pain. И я подумал о том, как же чудно будет на небесах, где не будет боли. But then I also thought, when Jesus comes, all of the work of this dentist will be for vain. И я вдруг подумал, что когда Иисус придет, вся работа этого зубного врача окажется напрасной. I'm not taking any crowns or fillings to heaven. Потому что мы ни с какими коронками, ни с пломбами не попадем на небо. And then I thought to myself, what's going to happen to my crowns and my fillings when Jesus comes? Мне стало интересно, что же произойдет со всеми пломбами и коронками, когда придет Иисус? When my body is changed in twinkling of an eye. Когда мое тело изменится во мгновение ока. Do my fillings and crowns just pop out my mouth? Получится ли так, что они просто все слетят у меня во рту? Do I have to spit them out? И мне придется их выплюнуть. Or maybe they'll dissolve in my mouth. Или, может быть, они просто испарятся у меня во рту. I thought about it for a little bit. Я подумал об этом немного. And I decided to probably dissolve. Я подумал, что, скорее всего, просто испарятся. Because what'll happen to people who have pacemakers? Потому что я подумал также о тех людях, у которых водитель ритма сердца вставлен. Or what happens to somebody who has an iron skull? Или если у кого-то стальные кости вставлены. Or has iron holding together their broken bones and their leg. Или у кого-то искусственные суставы металлические стоят. When Jesus comes, it'll probably just all dissolve. Наверное, когда Иисус придет, они просто все растворятся. And then we'll go up to the New Jerusalem. И затем мы попадем в Новый Иерусалим. There each one of us has a home waiting for us. И там для каждого из нас уже приготовлен дом.
It's a home that Jesus himself has designed. И это тот дом, который сам Иисус разработал для каждого из нас. It doesn't say in the Bible whether it's going to be the highest building in heaven. Мы не знаем с вами о том, будет ли это самое высокое здание на небе. But we know that God's going to complete it before he comes to get us. Но мы знаем с вами, что Бог захочет их строительство до того, как придёт забирать нас. And we know that there'll be no mortgage to pay off on that house. И мы знаем с вами о том, что по ипотеку мы также не будем выплачивать за эти дома. And there'll be no utilities bills to pay either. И вы также никаких не будете коммунальных платежей производить там. And I know that my house will be gold. И я знаю, что мой дом будет золотым. And I know there'll be a gold shelf for a crown. И я знаю, что там еще будет золотая полочка для короны моей. And I also know that I'm going to build a dacha in the country. И я также знаю, что я себе дачу построю в сельской местности. And in this dacha I'm going to have a lion, a chameleon, and a giraffe. И я знаю, что у меня там на даче будет лев обязательно и жираф. And I also know that these animals will be like dogs, only a lot smarter. И я также знаю, что все эти животные будут так, как сегодняшние собаки, но только намного умнее. That's because animals will be once again submissive to man. Это потому, что все эти дикие животные будут покорены человеку. Man will once again have dominion over nature. Потому что вновь человек обретет владение над землей. I'm really looking forward to teaching these animals commands. И мне очень радостно, что я буду обучать разным командам этих животных. I can't wait for my giraffe to learn how to sit and shake paws. Мне очень, я не могу дождаться, когда я научу своего жирафа садиться и пожимать лапу. But you know the best part of heaven? Но вы знаете самое лучшее на небе? It's that Jesus will be there. Это то, что Иисус будет там. We'll get to see Jesus. Мы сможем увидеть Иисуса. We'll get to see the person who counted the cost and gave up everything just for us. Мы сможем увидеть ту личность, которая подсчитала цену и отдал все ради того, чтобы спасти нас. Let's look again at Luke chapter 14. Давайте вновь вернемся к Луки 14 главе. Starting with verse 25. С 25 текста. I want to read the whole section in order now. Сейчас я хочу весь этот раздел прочитать по порядку. And I want you to think about counting the cost. И я вновь хочу, чтобы вы подумали о том, чтобы подсчитать цену. As we read this. Когда мы будем читать это. Luke 14, verse 25. Итак, Луки 14 глава с 25 текста. Now great multitudes went with him. And he turned and said to them, С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, his own life also, he cannot be my disciple. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца свою, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. For which of you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it? Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Lest after he has laid the foundation and is not able to finish, all who see it begin to mock him. Дабы когда положит основание, невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним. Saying, this man began to build and was not able to finish. Говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Or what king going to make war against another king does not sit down first and consider whether he is able with 10,000 to meet him who comes against him with 20,000? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10,000 противостать идущему на него с 20,000? Or else, while the other is still a great way off, he sends a delegation and asks conditions of peace. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. So likewise, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Are you ready to follow Jesus' instructions? Вы готовы следовать повелениям Иисуса? Are you ready to count the cost of being a disciple? Вы готовы подсчитать стоимость быть учеником Иисуса? Are you ready to love Jesus above everything else? Готовы ли вы любить Иисуса превыше всего остального? Are you ready to adopt a spirit of sacrifice? Готовы ли вы воспринять дух самопожертвования? Will you join me today in saying something?
Will you join me today in saying? Готовы ли вы присоединиться к тому, чтобы сказать то, что я сейчас буду говорить? Jesus, I will count the cost of being your disciple. Иисус, я подсчитаю цену быть твоим последователем. Please show me if I love anything more than you. Пожалуйста, покажи мне, если я что-то люблю больше, чем тебя. I want to live with you in 2010. И я хочу жить с тобой в этом 2010 году. If this is your prayer, would you please raise your hand with me? Если такова ваша молитва, поднимите руки вместе со мной. Let's stand to pray. Встанем и помолимся. Our loving heavenly Father. Наш любящий небесный Отец. We thank you so much for loving us. Мы так благодарны тебе за то, что ты любишь нас. We thank Jesus for counting the cost of coming to this earth and deciding that we were worth it. Мы благодарим тебя, Иисус, за то, что ты подсчитал цену, чтобы прийти на эту землю и посчитал, что мы стоим этого. We thank you for when you came to this earth for giving it up all again to save us. И мы благодарны тебе, что Иисус, ты когда пришел на эту землю, ты вновь отдал все, чтобы спасти нас. Please help us today to count the cost of being your disciple. И мы просим Тебя, помоги нам сегодня подсчитать эту цену, быть Твоими учениками. Show us what we love more than you. Пожалуйста, покажи нам, что мы любим больше Тебя. Give us the strength to love you more. И даруй нам силу любить Тебя больше. Help us to take up our crosses to follow you. И помоги нам взять наш крест и следовать за Тобой. This I ask in Jesus' name. И обо всем этом просим во имя Иисуса. Because we want to see Jesus in heaven. Потому что мы хотим увидеть Иисуса на небе. Amen. Аминь.